Довольно продуктивно и интересно прошел 1 февраля в читальном зале Центральной библиотеки проектный семинар по благоустройству общественного пространства по улице Комсомольской, на который были приглашены все желающие. Таковых оказалось немало. Это не только ответственные лица, но и заинтересованные в развитии города его жители. Все участники встречи были объединены по рабочим группам, внутри которых коллегиально обсуждались проблемы и задачи развития территорий, а затем каждая группа защищала свое видение решения проблемы благоустройства общественного пространства по улице Комсомольской. Прозвучало немало интересных предложений. Такая работа объединяет людей, неравнодушных к нашему городу. Это наш с вами любимый город, и все мы хотим, чтобы Ядрин был городом комфортного и безопасного проживания. Очень надеемся, что проект будет одобрен, и у нас появится возможность увидеть историческую часть города преобразованной и красивой, такой, какой мы ее хотим видеть.